Давай поиграем, Алло, дорогие друзья, меня зовут Павел Слонов, это игра Man of War 2 Arena. В тылу врага 2 Arena или Soldats Arena, как ее называют в Стиме. Короче, я не буду каждый раз говорить все три названия, поэтому давай будем ее называть, ну как она и называется, Man of War 2 Arena. Спасибо за большую активность под роликами. Ну, не то чтобы я думал, что там хайп будет и прочее, но, в принципе, игра интересна лично мне, я смотрю, интересно и людям, и зрителям, и я решил чуть-чуть продолжить, ну, поиграть, хотя будет больно, знаешь почему? Потому что все-таки игра парная, и я говорю, что здесь больно играть одному, то есть без голосовой связи с кем-то, с напарником, ты играешь на танках, прикрываешь напарника на пехоте, либо напарник играет на артиллерии, на танках ты играешь на пехоте, координация, эффективность намного выше, тут одиночек играть здесь сложно. Ну, можно, в принципе, на пехоте, но, опять же, давать команды, знаешь, не все сопартийцы случайные, напарники не все выполняют команды, любят там инициативы и прочее. В общем, несложность действий здесь решает. Я сейчас только что записывал там... Запись вышла очень долго и нудно, я пересобирал по рекомендации Дмитрия Попова, по-моему, правильно, я надеюсь, тебя назвал. Спасибо, кстати, за твои рекомендации, это обычный зритель, который посмотрел, написал много комментов, как играть в игру. Спасибо большое, прочитал все справки из Стима, мне понравилось, ну, которые ты дал, остальные я почитаю чуть позже. Я разобрал. Я, во-первых, с арты хочу переместиться на танки, потому что на арте играть в одиночку это практически нереально. То есть тебе нужно прикрытие, люди случайно тебя защищать будут редко. Я решил пробовать на танках, потому что, ну, танки более мобильны. И по рекомендациям Дмитрия я пересобрал с нуля полностью все три эшелона. Я не скажу, что удачно, я скорее тяп-ляп, но я взял три автоматчика на старте. Просто страховочно, чтобы враги не борзели. Авиаудар, если честно, я вообще не знаю насчет, как он работает, надо попробовать. Поэтому взял вначале, чтобы, ну, посмотреть. Я даже не знаю, ты управляешь самолетом, или он сам летает, или типа эти способности. Т-40, ну понятно, пулеметный танк тяжелый. Это у меня единственное, что может, в принципе, пробивать другие танки. Я не знаю, не помню, какая у него миллиметровка, но я надеюсь, что он хотя бы средние танки будет пробивать. Дальше идет автоматчики, 5 штук. Опять же, страховочные ребята. Смотри, вот это видишь, стрелочка вверх с кинжалами. Battle rank плюс 100. Это значит, что я беру на танках пехоту, а это считается, ну, не профильный юнит. И за него нужно платить больше очков, вот этих самых, которые ты собираешь, когда нашел. То есть дороже стоит, невыгодно. То есть мне надо, в принципе, брать танк. Если бы я играл с напарником, который был бы на пехоте, то я бы брал только танки и прикрывал его, как я и должен играть в эту игру. Но так как я играю один, мне надо страховать себя пехотой. Ну, потому что я, может, там, в зависимости от ситуации, надо захватывать, надо нападать, либо обороняться. А дальше идет что? Ну, Т-28, понятно. Так, автоматчиков мы взяли пятерочку. Потом идем Т-40 берем, ТНШ, это пушка, которая может пробивать там 20-миллиметровую, по-моему, которая может тоже пробивать легкие танки и, в принципе, артиллерию разводить. Т-26. Кстати, у него дуло тоже большое, кстати, может, она тоже сможет пробивать. И я опять же напоминаю, что я не эксперт в эпохе во время Отечественной войны, прошлого столетия. Я вместе с тобой, если ты не знаешь, изучаю технику, изучаю повадки, правила боя и прочее, всякую технику, все изучаю вместе с тобой. Т-40 пулеметный, танкисты на случай, если моя техника все-таки поредеет, либо я найду технику врага. Эшелон 3, у нас идут автоматчики 10 штук, крутые ребята, 3 уровня, но опять же для контроля над полем боя. Идут уже гусенично-колесный БТ-7. Не знаю насчет пушки, насколько она мощная, ну проверим. Т-28, опять же, если все будет жопно. И, конечно, супер элитный в моей сборке, который я не могу купить, Т-34-76 40-го года. Он у меня один, мы его потеряем в следующем бою, так что расслабься, все будет плохо. Ладно, все будет хорошо, позитив. Я немножко открыл, смотри, что. Т-28 я открыл, я его могу покупать. Теперь я куплю на, ну, собственно, Т-34 40-го года. Я открыл, по-моему, БТ-7 я открыл. Вот, и все, вроде пока все. Я же говорю, что несмотря на то, что я открывал артиллерию, и, кстати, несмотря на то, что доступно, не хочу тратить, хотя зенитка мне бы очень пригодилась, но я на зенитку не хочу пока тратиться. Кстати, мы играем в Советском Союзе, ну, потому что я ее технику хотя бы знаю. У Германии я помню только тигров, помню пантер. И вообще в их технике я очень слаб, еще слабее. Если я в технике Советского Союза слаб, то там тем более. Поэтому мы отыгрываем каноничника на советах.
пойдем на танковый, пойдем в бой, пойдем, не будем тянуть, потому что, я говорю, в прошлый раз я целых 20 минут... Мы куда, подожди, собираемся, это же совместно, эпично против игроков, да. В прошлой записи, где это все это делал, ох, тут игра нашлась. У нас 3 арты, 2 танка. Против нас, кстати, забалансировано, там есть пехота. Я думал поиграть на пехах, в принципе. Я более-менее разобрался, но все равно, как говорил Дмитрий Пов, который рекомендовал мне под предыдущим роликом, много советов давал, я немножко не понял момент, что все-таки ты справа в столбике покупаешь юнитов и потом их тратишь. Хотя он говорил, что ты покупаешь справа и потом их используешь слева, ну, в руке уже, можно сказать. Ты покупаешь их в запасе в бараках и используешь их уже в бою. Но ты можешь, типа, покупаешь их каждый раз для разного батальона. И типа, если ты переначнешь, то у тебя не, ну, бля, сколько? Я взял 10 танкистов на втором уровне, я обязательно вызову один отряд и посмотрю, сдох он или нет, чтобы проверить эту теорию, что умирают юниты или нет в этой игре. Но я все-таки думаю, что умирают. Да, посмотрим, как бы, как карта лежит, как говорится. Купил там еще танков, конечно, для сборки руки хоть какой-то. Мне кажется, она немножко голимая сборка, но какая есть. Какая есть. В любом случае, можно потом будет слить голду, я планирую слить голду в серебро и купить на серебро какой-нибудь батальон еще, посмотреть, что как. А, потому что в технику в юнитов сливать смысла нет, им опыт нужен, тут, в принципе, больше играть надо, чтобы получить опыт и развиваться. Ну, из War Thunder, знаешь, это технологии World of Tanks вроде, но я World of Tanks вообще играл один раз и не помню, что там. Мне там аркадность не очень понравилась. Ну, такая, после War Thunder играть в World of Tanks довольно... непривычно. Вот, не знаю, что сейчас будем делать на танках. Я, в принципе... Пока доступен только первый эшелон. Спасибо. Только CV играть. В принципе, думаю, планирую. Вот, ну, блин, за пехоте... Блин, в принципе, мне хочется на всех играть. Тут нету неинтересных эшелонов. Так, я... Вот, начинаю играть, я забыл все комбинации, что, куда нажимать. Я забыл... Я вообще забыл, как играть, потому что я неделю не играл. Что-то 28 сразу возьмем, давай. Сразу. А он уже. Давай чуть-чуть. Т. Хорошо, F. Что значит F? Я помню, ты говорил F. Не помню, что значит F. F не, пока не работает. Так, автоматчика возьмем. Ну, мы тут сосредоточились. Фиолетовая — это артиллерия. Хорошо. Так, мы должны дойти до линии фронта и вот тут укрепиться. Автоматчики, так, копать. Давай сразу укрепляться будем. Где? Копать транше. Почему? Так, подожди, я вспоминаю, как играть, не пинай меня сильно. Мы можем вызвать еще и авиаудар, но, во-первых, у нас пока нету ничего, во-вторых... А, это было количество людей я взял, а я думал, это количество отрядов. Блин, три... Вопросов нет. 25 стоит не человек, не отряд, а человек. У меня всего 3 пулеметчика, я немножко лоханулся, но ладно, попробуем как-нибудь с этим пожить. Ну, с Львовенко будем играть. Мне, конечно, поддерживать ребят надо. А только тут арта пошла вот так. Ну, давай поможем. Поможем тогда ему. Если пойдут в прорыв, мы это... Тут... Поехали. Мы видим врагов, можно стрелять. Артиллерист воюет, мы будем его прикрывать. Наверное. Если я вспомню какую-то игру играть. Там пулеметчик. О, минометчик. Бля, по нему бы фугасом попасть бы. Попал. А, ну это не я, кажется, попал, жаль. Так, я перемещаюсь, чтобы по мне гаубица не бомбанула. Так, теперь, блин. Че, по мне попал? Нет, не попал. Так, а как автоатаку отключить? Блин, я забыл, как автоатаку отключить. Выполним приказ. Там где-то миномет стреляет. Блин, я поворот забыл отключить. Опять забыл поворот врубить. Давай, полный вперед. Так, ребята вообще заныкались? Заныкались там, нет? Заныкались. Ну, прикрываю, что сейчас посмотрим. Маскировки на этом танке нету. А, нет, почему есть, слушай. Мы замаскируемся. Почему?
А, прикольно. Так. Блин, я немножко, конечно, с пехотой лоханулся. Может... Что значит? Что? Дави на 28? Что значит дави на 28? Что значит дави на 20? Ладно, поехали. Я, как бы вообще пехота должна? Что, я завис, что ли? Связь утеряна. Господи, связь утеряна. Господи. Дави на 28, знаешь, когда вот тебе говорят, дави. И тебя выкинул. Ладно, давай, выходим на связь. Верни меня, пожалуйста, в бой. Я надеюсь, что невозможно подключиться к серверу. Ошибка вот еще раз. Блин. Ну, с учетом видимости в метр, ехать на танке, причем на тяжелом, блин, подключиться. Ну что такое? Ну что, что с интернетом? Спасибо. С учетом тяжелого танка, ну как средний, ладно, я просто для меня он тяжелый, потому что у меня, блядь, сильнее его нет. Там, наверное, уже расхерачили, пока я тут этот курить отходил. На нем будет довольно сложно нападать. Ну давай сейчас. Блин, тебе просто могут сейчас из окопа кинуть гранату и минус танк. Поэтому я не хотел нарваться. Блин, я слышу, что там звуки какие-то, которые мне не нравятся. Быстрее грузись, пожалуйста. Сейчас минус танк, это будет очень хорошо. Там еще пехота у меня стоит. Побита я, пожалуйста. Живи, танк, танк, живи, пожалуйста. Живи, пожалуйста, живи. Как ты долго грузишься? Господи, да что такое с интернетом? Ты когда он нужен, так? Так, я не слышу звуков взрывов, это меня успокаивает. Может, там я уже, конечно, догорает мой танк. Так, где? Отдай мой танк. Все. Получили. Так, вот ребята сидят. Нифига, как мы им жахнули. Если там, конечно, противотанка нет, а там может быть противотанк. Приказ получен. Вот, по мне уже летит. Задание принято. Ну, парень копал, можно было убить его пробитие. Откуда стрельба идет? Ну, как бы... Ну там что-то по мне стреляет. Ты. Ну. Так, ага, вон арта, я вижу. Ну не арта, а противотанк. Ну, ты можешь. Можешь по нему выстрелить? У меня пулеметчик погиб, пока ты заряжал-то так долго. А где миномет, я вижу? Хорошо. Тут уже наши нет, не... Как вовремя. Так. Ага, все? Выступаем! Нет, короче, пулеметчик спрячься. Ты тут очень не нужен, потому что тебя убивают. Не надо. Так, я не... Давай пробуем чуть-чуть сбоку обойти. Тут вон ребята вроде проходят. Как, откуда вы? Все, минус танк, потрясающе. Да отходите. Я дави на Т-28, я надавил, чувак. Так. Вообще в другом месте, потрясающе. Ну а перемещаемся, будем сейчас на втором эшелоне. Нас тут как бы выдавливают. Надо бы прикрыть бы ребят. Ну давай, кто там идет вообще? Там Мосинка, давай... Ой, я забыл, надо шикаш надо, да? О, тут 34 подъехал, ничего себе, ребята бодрые. О, блин, пехота. Блин, надеюсь, тут у меня пехоты побольше. 5 человек есть, хотя, блин, ладно. Хотя... Да. А это что такое? Там, блин, там танк, он у меня сейчас расфигачит довольно легко. Будем рассчитывать на маневренность. А там что стоит? Там он арта разворачивается довольно бодро. Чё, блин, рашить? Ну не рашить, а прыгать на них. А зачем? Поехали. А когда нападать надо? Через минуту? А, не, надо уже прорваться. Ну, вы, конечно, потрясающе. А чё меня видно-то? Подождите, а чё меня видно-то? Алло. Продвигаемся, ребята. О? Чё меня видно? Я на своей территории. Чуп, я видно, непонятно. А, тут чувак, он ползает. Будет исполнено.
Меня видит чувак, понятно, почему меня видно. Так, где ты тут? А, он сейчас гранату мне кинет, да? Зря сюда поехал, очень зря. Граната. Ну, убей его, алло. Хера ты резкий. А чё за муновец тут бегает, который... Он... Тут, короче, какой-то диверсант бегает, которого... Потрясающе. Ну, территорию мы не захватим, понятное дело, ладно. Непонятно. Сюда бы что-нибудь потяжелее бы выгнать бы. Ну давай Т-26 выгоним, хотя. Поехали! Задание принято. Атака завершена. Атака завершена. Переходим от души. Есть! Не знаю, что я на этом сейчас танке сделаю. Идти окопы ковырять — это очень плохая идея с моей стороны. Тут, кстати, техника наша. Причем даже неплохая техника. Что, танкиста? Давай танкистов и вызовем сюда. Может, они поюзают технику напарников. Так, ну давай, чё, посмотрим, что ты можешь сделать. Вот, уже Т-34 вблизи. Ну, давай поддержим Т-шечку. А не Т-шка, это АКВ-1С. Ошибочка вышла. Тяжел, что ли, танк? Тяжелый, ну тут тяжелый. Прикроем, ребят, вот. Конечно, зря, но... Можно как бы их там бупах? Координаты получены. Там какая-то арта, наверное. А где Т-26, Т-26, давай сюда. Так, танкисты, вы можете управляться вот этим, да? Ну, вот садитесь вот на эту штуку. Так, по мне тут уже прилетает. А, ДШК я пропустил, и он потерялся у меня. Хорошо. Что там, полковая пушка? Можно по полковой пушке жахнуть? Можно было бы неплохо вообще боком хотя бы лицом повернуться. Вот, он по... Трак сбит. Меня видно. Выдвигаемся, ребята. Не надо так. Так, танкисты на зенитке. Посмотрим на это. Блять, где автоатака? Отмена приказа. Блин, где отключить автоатаку? Вот, ввести подавляющий огонь. Нет. Нет. Приказ понятен. Не вижу кнопку, где отменить автоатаку. А, блин, ладно, потом займемся этим. Так, танкист, хорошо. Где моя эта приехала? Так, ну это чисто для дефа. Нам бы тут, конечно, давить бы получше, но... Я бы еще хотел попробовать этот самолет. О, слушай, вон, смотри, есть одна. На самолет пустим. Просто я хочу посмотреть, как он работает. Во. В натуре это способность. Блин, я... там уже все умерли. Ну ладно, тогда сейчас смотрим, как этот, как он летит. Может, начнем постреляем по кому-нибудь. Хотя... Ну, такое. Ладно, довольно быстро, довольно просто и бесполезно это было. Так, тут по мне летают там ребята. Конечно, нападать в разных местах карты — это очень плохая идея с моей стороны, но выбор мой небольшой. Кстати, а может угнать тут что-то? Подожди, тут что-то есть. Тут есть тысяч пулемет. Нет, плохая идея. Слушай, ну вроде мы ситуацию выровняли немножечко. Так, давай копайте, вырыть траншею. Окапывайтесь, что делать? Как капываетесь? Нифига зенитка стреляет нормально. Правда, меня тут увидели. Там ДШК. Давай ДШК. Заряжай фугасиком в него. Ты ж не едешь туда? Блин, меня видно. Только я не вижу. Тут только вот это может что-то мне сделать. Слушай, ну зенитка прям... Смотри, танкисты что на зенитке творят. Они просто дом разбирают, как и надо. Хорошо, слушай, разбираем. Блин, Т-26, конечно, мне тут особо погоды не делает. Куда ты вообще стреляешь, алло? Тут вообще нихера не видно. Дай дом сломай хотя бы. Может, ты дом какой-то расхерачишь. Я надеюсь. Что за дом? Что такой прочный дом, блин? Кого можно уже ломать? Давай сюда, давай.
Взрыв боекомплекта, ладно. Так, там ребята слева что-то проходят, не? Это как-то плохо. А, они тут... Да, это, что, это наша точка. Давай копнем траншею. Сюда. Это пока так. Так, так, ну танк, ты, конечно, очень борзый танк. Ну, подожди. Блин, блин, блин. Слушай, взорвал просто его в потроха. Скоро будем на месте. Зенитку, зенитку бы передвинуть, так, давай. Она бы помогла. Вот видишь, из окопов пехоту вообще не выкурить. Никак. Пробитие откуда? Кип-стрелок, пробитие. Дорогу. Так, ладно. Главное, что вроде жив. Откуда-то отсюда прилетело спереди, я не увидел. Почему странно, что они меня не стреляют? Где оно? Это пулемет. Где он стреляет, конечно. Я пока тут вообще врагов никого не видно. Так, танк. Мне нужен еще отряд. Давайте сюда, тут. Фига тут. О, зенитка, 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 по воздуху, по воздуху. О, по воздуху. Смотри, антиэр, антиэр. Сбил, сбил воздух, сбил. Шикарно, шикарно. Танкисты сбили воздух. Ты посмотри, что творят, ребята. Так, где все мои танкисты? Вам нужно снова вернуть Т-26. Только вопрос в том, что... Блять, ну у нас слева обходит. Блин, у нас слева проходят-то. А кто там? Блин, я не могу так быстро переключаться. И как мне быстро доехать до того края карты? Доступен третий что эшелон. Тут идет? Тут идет танк. Блин, третий эшелон. Давай Т-34, он будет дефать. А выбора нет. Он сюда подъедет, будет дефать. Так, пока... Выступаем! Пока тут прорыв идет. Я не смогу этим контролить, пока надо тут контролить. Тут у нас проходят ребята. Я останавливаюсь, я маскируюсь. Где маскировка? Сюда бы еще, конечно, пехоту. Не, не пехоту, сюда ДШК нужен. ДШК, давай, давай. Ну, вон, ребята бегут довольно резво. И сюда пехоту бы еще, на самом деле, бы. Ну, на пехоту у меня уже не хватает ни бензина, ничего. Гони! Блин, ну как так маскировка-то растет? Сорвались? Блин, без... Будет исполнено. Расхерачили. Так, мне теперь надо найти танк, который здесь работает. Дорогу. Вообще, я херово еду, надо, короче, отъезжать, потому что меня видно. Быстрее, газуй, 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 газуй. Крути. Все, я ж надеюсь, гони! Я исчезну. Это танк был. Считай, вот он выполнено. По мне стреляет. Он по мне стреляет. Нифига он по мне стреляет, но я по нему не попадаю. Тут где-то он ближе. А, пробить тебя, блин, стрелки погибло. Все погибло, блин, так. Ну давай. Выдвигаемся, раз пехота ребята. Идет. Даже пехота может захватывать. Меня правда видно, конечно, а его я не вижу. Есть. А его я не... Вот. Давай, давай, давай. Атака завершена. Командир, берегите. Переходим траки! Ну попади по нему, пожалуйста. Пробитие! Все живы! Т-34. Давай, пожалуйста. Трак поврежден! Он в него не попадает. Нет. Задание принято. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу, полегче. Полегче. Давай, полный вперед. Ну что, пехота. Принято. Ну хоть я впритык попал по нему, дом, спасибо. Так, сейчас там моя пехота подкатывает. Что хорошо. Так, встали за. Блин, почему он укрепится? А, он может укрепиться. Замаскировались. Укрепились, мы дефаемся. Я не хочу здесь воевать, я хочу здесь дефать. Так, ну вот вон мои тоже ребята бегут бодро. Мы должны это отбить. Мы это отобьем. Мы это отобьем. Т-34, конечно, половину пробит, но
терпимо. Так, мне танкисты нужны, которые бы... А как в рукопашку драться на пятерочку, да? Ну, можно убить его, не? Как бы в притирку, как оп, еще одного чека как-то потеряли, когда мы тут давим просто изи. А, блядь, там что, снайпер какой-то? Ага, там... Ну, перезаряжайте, перезаряжайте, не стесняйтесь. Блин, у меня 3 очка, мне бы как раз там танкистов, чтобы ДШК реанимировать. Сколько тут? 5. Где мой этот? Где он тут? Где он умер? Он же не взорвался. Блин, я его потерял. Ты его кто угнал, что ли? Ну, где-то в поле, в этом виноградном, блин, сдох. Ладно, пока не до этого, что-то я не могу его найти. Так, отхват территорию обратно. Странно, что у нас территории вроде больше, хотя кто знает. Так, давай, Т-34. Блин, да по мне что-то стреляет. Что-то по мне стреляет неприятно. Большая траншея, я знаю, но... Да что ж так танк-то лагает? Тихо. Маскировка. Подъехали, замаскировались. Так, сейчас там, ребят. Вот это я думал мой танк. Нет, блядь, не мой. Где ДШК? Я даже трубу не вижу. Тут еще какая-то... Да, тут гаубица, слушай. Можно по ней жахнуть этой авиации? Она сейчас уезжать будет, потому что... Да. Потому что это было... Потому что это плохая была идея с моей стороны. Я должен был попасть. Трикошет. Давай, попади в него, пожалуйста. Попади в него. Ну давай, давай, давай. Прям вноси. Yes. Только у меня два танкиста, ёб твою мать. Они ж не успеют сейчас. Ты куда выехал-то? Я тут огонь веду, блин. А, там минус. Мне нужны танкисты. Мне нужны танкисты. Где? Не помню, они тут есть. Это нет, тут их нет. Так где ДШК потерял-то? Ну походу там с концами этот. Так, нитка пошла, не надо. Там опять какая-то херня выезжает. Так, ну я жду, пока сейчас этот. Я жду. Ох, вот оно, смотри, вот это что. Вот это вот стреляет. Там еще, кстати, еще там гаубицы. Это что такое? Легкий истребитель танков. Воу. Внимание. Приближается вражеский десант. От души. А это что такое? Десант. Круто. Я вижу, куда он летит. И мне это не нравится. Я не знаю, сколько танкистов туда надо. Сколько туда надо. По-моему, туда 6 надо, да? 3. Еще один. Ты пока в запас. Десант. У меня аж зенитка же. А, да, у меня аж зенитка здесь стоит. Ну... Зенитка всех расхерачил, правильно? А ты кто? Танкист. Все, так, ты тоже в запас. Так, где ты, 34? Хорошо, идем. Пока очень хорошо. А, по мне тут херачат? Да, подожди. Давай отъедем. Можно он по той пушечке жахнет? Я тут не... Да не, нет, тормози. А что двое сели-то? А, они все-таки 4 здесь, экипаж из 4. Тогда двое вылезайте отсюда. Там вообще какая-то херня укрепилась. Меня все равно видно. Блин, я, конечно, боюсь так танками подъезжать без прикрытия. Мы, конечно, их там раскидываем, как бы, но... Но... Там что-то сзади может подъехать неприятно. Там... А, ну вон, пехота наша в окопы залезает. Хорошо. Мы в пути. Мне и так как бы видно, но... Вот. Там что-то выехало неприятное. Трак сбит. Ну как нет-то? Пришел
пришел, увидел и пробил. Кстати, неплохо звучит. Так, давай, пробивай его, пробивай, слушай. Блин. Есть. Так, у меня... Нет, люди на месте. Ох, блин, прямое попадание. Давай в окопы, а что делать? Можно помочь вот этих... А что, пулеметчика нет, что ли? Чего по мне стреляют? Гаубица, что ли? Погиб командир, погиб стрелок. Я не могу сдвинуться, потому что... Ё-моё, тут стрекочут меня прям. Я не увидел никого. Там кто-то еще есть, вот видишь, что-то по мне стреляет. Выехал. Блин, хоть пехоту раскидывал. Я как бы... У меня трак поврежден, я отъехать не могу, поэтому минус Т-34. Как бы грустно не было. Кстати, у меня что-то на правом фланге тут какая-то дичь творится. Людей раскидывают, убивают, хотя... Вроде все нормально. Можно его, да, как бы уничтожить, я извиняюсь. Ну все, все, все хорошо. Это. Не надо так пугать-то, не надо. Тут диверсанты херачат. Потеряли мы, к сожалению, Т-34 полностью, да, он взорвался. Ну, земля ему пухом. Так, здесь меня мучают вот эти ребята, но... Тут у нас просто детские перестрелочки. Не, можно еще вызвать, а, блин, ну кого? Давай Т-26, пусть он... Т-28. Вроде здесь давим, хотя справа могут сейчас начать давить. Давай подкрепим. Зенитки, конечно, тащат. Они, блин, тут прям творят грязь. А ну. Схерачь он того, не? Ты можешь? У тебя патроны есть? Да? А, не, ну все. Отмена приказа. Какая кнопка отмена приказа? Z. Хорошо. Так, что мы имеем? Мы имеем здесь против... Это же против танка. Вот, прикрой, ребят, да, тут с пулеметчика. Можешь придавить Максима. Вон зенитка. Или нет, либо это Саушка, да? Очень далеко, мы отсюда не попадем. Будет исполнено. Блин, очень далеко, мы отсюда не попадем. Ну мы, ребят, можем порежать, как бы. Блин, это обстреливать позицию противника, это мне не надо, нет. Я хотел найти кнопку, которая... Там Максимка стоит и... Погиб стрелок. Нет, подожди, вам не крышка, не все так печально. Там бы самоходочку ту найти, которая стреляет, и можно было бы отстреливаться в ответку. Ну, стреляет... Да, блин, не надо стрелять по территории, успокойся. Господи, ну что вся сютерина, постоянно, мы же, в смысле... Верни меня обратно, пожалуйста, там же победа была близко. Спасибо, спасибо, спасибо. Когда я в атаке, у меня отняли два танка. Давай, 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 обратно. Что с подключением это такое, блин? Нехорошо, нехорошо, нехорошо так. Я опять, эта игра не дает спокойно поиграть, она напрягает. Приятно напрягает, но напрягает. Глаза слезиться начали. Так, сложно на танках, сложно. На пехоте еще сложнее, блять, на чем играть-то здесь, чтобы было легко. Ну, видно, не на чем. Пехоты, я смотрю, тут редко берут пехоту, потому что пехота играть сложно. Мне теперь захотелось поиграть на пехоте, понимаешь? Ну, в принципе, мы там только что опыт потратили, да? Хотя на пехоте самый первый раз, ой, как это было больно, как было больно. Слушай, я... Вроде мы как бы играли чуть лучше, чем враги. Ну, по крайней мере, враги теряли намного больше, чем мы. Но стата у них была выше. Территория больше захвачена. Прям очень много. Так, ну я уже... У меня минус... ДШК расхерачили мою... Да, ты можешь успокоиться и не стрелять по территории? Господи, какой ты больной. У нас справа прорыв. Справа расхерачили всех, и все. Отъезжаем. Так, надо вызывать кого-то справа. Кто у нас здесь? Давай какой-нибудь танк пожестче вызовем. Допустим, Т-28. Потому что пехотура тут идет. Ёпта, это тоже Т-28, да? Т-35. Хорошо. Точнее, не очень хорошо, но что есть. Авиаудар. Авиаудар нам не нужен. Хотя, можно и авиаудар бахнуть.
Пехота тут весело бежит. Где моя пехота? Давай 5 человек можно вызвать. Хорошо. Блин, а где я теперь в них... Да что ты в здании застрял? Ты что, идиот, что ли? У меня тут каждая секунда на счету, он, блядь, застрял в здании. Давай, 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 там пока ребята бегут в атаке, надо успеть. Так, вот эта херня едет, надо ее выносить. Ты остановись, как бы, братюня, и вот. А все, он сдох. Вот этого выноси. Блин, ты, правда, его уже не увидишь. Хорошее попадание. Ой-ой-ой, там что-то тяжелое плывет. Ты можешь вот этому в лицо дать? В гусеницу прилетело. Блин. Откатываемся, 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 откатываемся. Аккуратненько, нас давят. Дай ему в бочинку. Ой, хорошо. Хорошо. Вот этим прикури, да? Я не вижу, что у меня на левом фланге. Очень хорошо. Просто шикарно. А, блин, ну справа они... Там, блин, опять диверсанты подходят. И вообще никак. Придется выйти из окопов и зайти чуть правее. А, блин, а там ребята. Так, 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 стопе, стопе. Не та кнопка, блин, траншею вырыть. Тут копать нельзя. Ой, они отходят, подожди. Раз они вышли, тогда можно идти вперед. Мы потеряли одного танкиста. Ой, у меня авиации нету никакой. Ну, защиты от авиации. О, слушай, слушай. Они его опять попытались занять, и зря. Я теперь путаюсь в траках. У меня вот этот почти убит. Принято. Не успевает. На два фланга да, сейчас взорвется. Дави, дави, дави к земле всех. Слушай, он три пулемета. Дави во все стороны. Пока, ребята, пробитие. Блин, чё круто. Он меня видит. Не успел я. Блять, там еще один едет. Там еще один едет, блин. Я его вижу. Стреляю в него. Ё-моё, кто-то искрится-то. Попал, хорош. Просто хорош. Вот это попадание. Там еще один приехал. А вы не охерели, нет? А чё у меня назад? Езжу просто как дебил, понимаешь? Надо... Да ладно! Попади, пожалуйста, в него. Тут еще какая-то херня есть. Блин, я не выдержу. Слишком много легких танков. Хотя вот Тони сказал, что это легко. Они тут пытаются меня пробить. Мне будет дислокацию поменять. Вон, они откатываются. Да, и танкистов мне. Я не знаю, сколько я танкистов потерял. Два. А вы не охренели со своим десантом, пожалуйста? Давай я откатываюсь на защиту, потому что мне танк все равно обнаружен. Рикошет! Наш день! Да. Кто будет защищать нас от десанта? А территорию, кстати, они почему-то не захватывают или захватывают. Где танкисты? Давайте, давайте, давайте. Ваша помощь нужна как никогда. Можно вот в эти окопы нырнуть? У меня уже два танка, хотел сказать, худых. Гони. Давай откатывайся сюда тоже. Будешь помогать. Два танка инвалида. Где здесь вражеский десант был? Покажите, у меня наводчика бомб нету или стрелка. Вот там ребята уже охеревают. Сейчас мы будем их ловить. Поехали. Блин, у меня ничего здесь нету. Так, вот это мы отзываем обратно, мы вызываем. Ага, мы никого не вызываем, потому что у нас дофига народу. Координаты получены. А, вот они, десантники. Вот и десантники. Хера он захватывает, блять. А можно поехали так полегче захватывать? А, он не умер? Так как так-то?
Да вы ж жахни в дом-то, алё. Всё, минус. Так, вон ещё один. У меня тут тоже парень подъехал. Ну, неужели он добежит? Один человек как захватывает или, да? Мне сюда пехота нужна. Какая-нибудь пехота. Так шахни в дом, хватит стрелять в сарай. Ой, не в сарай, в этот. Близко не подъезжай, тебя вынесут. Пехота моя. Нет, не моя. Где моя? Выдвигаемся, ребята! Слушай, играем на равных, прям на равных, ты видишь? Я, конечно, зря тут езжу по вражеской территории. И гранаты кидают. Ой, зря минус арта наша. Ну убей уже ее, блин. Что ты тут этот каниколишь, блин? А че вы стоите, идиоты, блин, бегите! Господи, нам территорию захватывать надо. Че вы встали? А пулеметами нельзя в него стрелять, нет? Или тебе религия не позволяет? Тебя там были. Советский Союз не любил религию. Так, и только я отозвал ребят, тут слева прорыв пошел. Чего, блин, что это такое прет? Что зенитка? Потрясающе. Че зенитка-то делать? Эти ребята сидят хорошо, эти на захвате. Бля, у меня 4 очка, мне нечего туда вызывать. Можно вот этот танк замаскировать, пожалуйста? Я бы его еще и починил бы. А вот там что-то есть, слушай. Они выиграли. Тридцать очков! Я даже на время не обратил внимания. Господи, 30 очков. Блин. Обидно. Ну ладно, в принципе, неплохо сыграли. Хотя на танках оказалось намного сложнее, чем я думал. Прям намного сложнее. Фу, блин, не знаю. Ну, прикольно. Мне захотелось на пехоте, потому что пехота... Блин, каждый раз, знаешь, играешь на одном эшелоне, хочется сыграть на другом, потому что на этом, блин, ну обидно. Обидно, 57 опыта. Так, это юнитами заработано. Да, посмотрим, сколько... Нет, подожди, это другой бой. Или это тот бой? Не, вот это мне надо... Чем я поставил в конец? Урон. Т-28, слушай. Ну да, он хорошо дефался. Он хорошо 340 опыта получил. Вот, сейчас самое главное. Вот авиацию я бы не понял. Ну, понятно, что тут криво. Но хотя тут 400, слушай, он тоже урон нанес нормально так. А где научил урон врагу, захват, ремонт, штраф за урон союзниками? Нет, командный счет. Мы список боев. Ой, а мне что? Мне обнулили статистику. Жалко. Ну ладно, хотя. Ничего страшного. Так, смотри, мы заходим комплектоваться. Итак, покажи мне. Т-34. У меня Т-34 есть, а я его потерял. Ты понял? Все? Ты был прав, Дмитрий. Ты был прав, юниты не теряются. Это фишка ЗБД или фишка игры, странно. Тогда вообще нет страха потерять. Ну как потерять страха нет? Ну есть, конечно. Почему 2 самолета? Я-то 3 покупал. Я его 3 раза, по-моему, использовал. Или, нет, я его 2 раза использовал. Окей, ладно, это был неплохой бой. Вот, неплохой. Мы проиграли, но тем не менее мы шли ровень. На самом деле, если бы я играл на пехоте, я бы более активно захватывал территорию. Я сейчас старался просто воевать с вражеской техникой. Получилось довольно неплохо. Давай пока все. Я сейчас пускаю быстренько серию на заливку, потому что немножко опоздал тут со сроками. Она может не выйти завтра, когда это хотелось бы. Но буду записывать дальше. Мы еще обязательно поиграем, потому что мне нравится. Блин, классная игра. Но, блин, если, кстати, у тебя есть сейчас время, у тебя есть эта игра, можешь написать мне, даже поиграем в пати с голосовым чатиком и, может, даже кого-то и выиграем. А вообще, подписывай на канал, ставь лайки, комментируй, ты знаешь, что делать, плейлисты внизу, там интересные есть видосы по играм, по Man of War 2 и по другим играм, есть по русским играм, есть Пиксель, отличный сериал, который состоит из целой одной пока что серии, но скоро будет больше, я надеюсь. Люби игры, наслаждайся играми, играй в отличные игры, будь позитивным, увидимся, пока.